Ну что, всем здравствуйте, это Геншин, ребята, и это уже Сумеро. Удивительно, да? Ведь ролики выходят еще по Инадзуме, не удивляйтесь. Инадзуму я уже снял, и сейчас я нахожусь уже в Сумеро. Я не мог пропустить это событие, поэтому я торопился. Опасные перевозки запрещены, случайные приключения... А, не, подождите, я здесь не для этого. Как вы знаете, здесь события у нас, да? Я немножко с опозданием, но тем не менее. Ульман, здравствуйте. Ты же сама меня сюда привела, разве нет? Ну давай же, вперед-вперед! Эх, что поделать не хочешь, и ну и ладно. А что ты делаешь? Ах, видимо, она опять обманула меня, сейчас объясню. Ты, наверное, не поверишь, но я почему-то постоянно привлекаю фей. Среди всех фей, что летает за мной, я заметил особый вид, который привлекает сокровища. Так что я назвал их поисковыми феями. Знаю-знаю, но с фантазией у меня не очень. Они отличные кладоискатели. С их помощью я раскопал уже много сундуков и заработал немного денег. Но порой меня будто не существует для них. То ли они устают искать сокровища, то ли я им надоел, не знаю. Когда это происходит, я ищу помощника, который им приглянется. В его обязанности входит сопровождение феи на поиски сокровищ, а я, в свою очередь, превращаю эти сокровища в мору. Говорят, что по всему Сумеру разбросаны руины и старинные реликвии, вот я и решил испытать удачу. А по приезду я снова привлек к себе целую кучу фей, и несколько поисковых фей привели меня в это место. Но стоило мне только пару раз копнуть, как эти проказницы опять начали... меня игнорировать. Ай, чего это она вдруг зашевелилась-то, неужели? Путешественница, не желаешь ли ты отправиться с ними на охоту за сокровищами? Я? Да, с ними не нужно общаться, точнее, просто иди за ними, а как остановится, копай, вот и все. Ну что, попробуй? Знаешь что, мне нужны только древние монеты, так что если ты найдешь сокровище, все остальное можешь оставить себе. Кроме того, если тебе действительно удастся найти древние монеты, я хорошо за них заплачу. А, да, можно попробовать. Ура, приятно иметь дело с такими людьми, как ты. В любом случае, теперь мы партнеры. Вот, возьми этот блокнот, здесь отмечены сокровища, которые я уже нашел, но еще не успел раскопать. Я рассчитываю на тебя, путешественница, если найдешь древние монеты, не забудь принести их мне. Оу, подождите, поисковая фея. Так, посмотрите карту в книге сокровищ Ульмана и достигните места, где закопаны сокровища. Каждый день Ульман будет отмечать одну новую точку на карте. Всего доступно будет 6 областей сокровищ. Найдите в инвентаре поисковую фею и экипируйте ее. Экипируйте. И тогда вы сможете подозвать ее в область сокровищем. Но если вы не находитесь в области сокровищ, поисковая фея не откликнется на ваш зов. После экипировки и призывы поисковой феи на миникарте отображаются источники энергии. Посещайте такие источники, чтобы помочь фее зарядиться энергией. Чтобы найти одну область с сокровищами, фее необходимо зарядиться 3 раза. Безумие. Когда вы окажетесь в области сокровищ, поисковая фея начнет искать сокровища в определенном радиусе. Помогайте поисковой фее набирать энергию и поддерживайте ее уровень. Если фея полностью восстановится за отведенное время, то сможет приступить к поиску сокровищ. Когда фея обнаружит сокровище, она остановится, чтобы указать вам на находку. Выкопайте сундук, откройте его и получите разные награды. Безумие! Безумие! И это очень интересно. Так, что нам нужно? Победите похитителя сокровищ. Почему мне это все здесь? Да это безумие, здесь вообще это не нужно. Я вообще-то на самом деле бы даже пропустил бы это и отправился бы сразу. Нашел я первое место. Немного пришлось, конечно, пооткрывать карту. Хотя, да, мне пришлось ее открыть на самом деле полностью. Ладно, поехали. Я уже начал снимать видео по Сумеру. Они выйдут сразу же после Инадзумы, поэтому давайте... все-таки приступим к этому событию. Я поставил, естественно, эту великолепную фейку. Она сейчас у меня активная. С помощью Z. Да, с помощью этой великолепной буквы. Мы открываем на этой области подсказочки. Видимо, те места, где куда нам нужно сейчас прийти. Ну, сеть первая появилась у нас. Давайте туда и отправимся. Я надеюсь, правильно все дело. Слушайте, а это случайно не то, что нам нужно? Ну-ка. Оу, да, это так. Мне ее надо просто взять. Да, плюс один. О, да подождите, стойте. Тут прям сразу они появляются на карте. Я не успеваю даже ничего. Ой, секунду. Полетели. Есть. Даже не надо ничего нажимать. Они активируются автоматически, видимо. Секунду. А, прям вниз. Вот она. Да, иди ко мне. Так, это 2 из 3. И, видимо, мне нужно...
я знаю, как это сделать. Давай, 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 есть. А, поисковые феи, похоже, нашли сокровище. Это оно есть? Секунду. Печать на каменной колонне? Нет, это не то, что нам сейчас нужно. Начать испытание, видимо... Поехали. Что? А, энергия феи. Что? Это работает именно так? Мне нужно победить их, что ли? Не совсем. Ладно, первый раз совершенно ничего не понятно. Давайте попробуем. Энергия феи, ребята. Она заканчивается, я не знаю... О-хо-хо! Вообще успею ли я? Я надеюсь. О, да это не конец! Вы серьезно, что? И вы ее убьете! Ну ладно, давайте приступим к этому варианту. Я думаю, поинтереснее будет. Ух ты, как он силен. Как же Кадзуки силен, да? Давай, 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 отлично. А теперь можно и Аякой добить. Так, секунду. А дальше-то куда? Что мне нужно делать-то здесь? Ого. А, это энергия. А, это мне нужны... Давайте. Еще. Еще. А, вот прям здесь копать? А, ладно. Богатый сундук. Древняя монета. Особенно сокровище один из трех. Акода продолжается, ребята. Акода продолжается. И с чего бы мне начать? Что? Секунду. Давайте сюда, может, перейдем. А, да, действительно. Работает! А, в этом-то и соль, наверное. Ага, и нам надо падать вниз. А, я вижу, вижу. Это, скорее всего, она и есть, да? Да, точно. Иди ко мне. Есть, вижу. А, это надо запрыгнуть. А, нет, чуть дальше, я понял. Интересное событие, только оно заканчивается скоро. Жалко, я, конечно же, чуть-чуть опоздал, но я надеюсь пройти все. Вот это поворот событий. А, нет, исследовать эти камни потом поисследуем. Только не падай, пожалуйста. А, ну... Как же не хватает энергии-то здесь? Так, Гриб, я надеюсь, ты мне поможешь. Нет, не смогу, да? Сложно-то как. Так, отлично. Что нам требуется? Как я понимаю, опять победить всех? Фейка нашла что-то, видимо, да. Так, а здесь никто не появляется? А. Секунду, что-то я не совсем правильно понял. А где они должны появиться? А, все, они вообще разбросаны. Гасни? Я понял. Испытание здесь совершенно отличается от первого. Здесь никого бить не надо, видимо, да? Тихо, Кадзуха, ну пожалуйста, Кадзуха. А тут еще все и на время, конечно же. И это... А, вот еще одна. Есть. Секунду. Ах, вот так вот, видимо. Ай, наверху. А здесь, как я понимаю, нужно находить по три сундука. Ага, мы нашли, смотрите, а еще нашли. Ну, я согласен посмотреть, где же находится у нас третий сундук. А, ну, видимо, надо в центр. Это идеально оттуда, видимо, все начинается. Есть, я был прав. Неужели первое событие действительно... А мне показалось, что оно серьезно очень сложное, потому что здесь, в случае, если на карте не отображаются, надо будет бегать по всей области и искать. Это будет это самое тяжелое. Так, иди ко мне. Замечательно. И... А третья где? А, спрятанная. Есть. Так, а третья у нас еще в этом пне, что ли, получается? А, ну вижу, вижу. Так, замечательно.
И уже нашли место. Ну, посмотрим, что же нам в третьем сундуке придется сделать. Либо опять кого-то победить, либо на скорость собрать всю эту энергию. Сейчас посмотрим. Ну, принцип главное понятен, да, согласитесь. Тут особо ничего сложного нет, только вот... А, я понимаю. И к нам присоединится, видимо, тот, кто сейчас... Надеюсь, этого не будет. Идите-ка. Баба. Так, секунду, а где остальное-то? А, все, это достаточно? Он ожил, надеюсь, он не сагрится. А, нет. Или да. Так, а что дальше-то? Хорошо, мы все сокровища в этой области собрали, и нам, видимо, что нужно сделать? Вернуться к нашему загадочному... сразу нам предлагает... Это мы успеем сделать. Вы не подождите, скажите, что мне делать-то здесь дальше. Я собрал все сундуки, есть магазинчик, да? Магазинчики есть очень интересные, малая фея... Да что это? Можно получить только один вид, ребята. Но, судя по всему, мне надо накопить. 11 дней остается. О, безумие какое-то. Так, может быть, мне нужно подойти к этому великолепному торговцу, или как правильно назвать. Давайте вернемся к нему. Я не знаю, как это работает, поэтому первый раз, ребята, первый раз. Я надеюсь, что все четко должно быть и понятно со второй попытки. Поэтому давайте посмотрим. В любом случае, это интересно. Дружок, у нас тут хорошая новость, надеюсь, поручаю поиски тебе. Рассказать мне об охоте... А, ну, короче, бесполезно, да? То есть тут сразу обмен появляется. Обмен доступен после завершения исследования в области... Ты вообще рыбак, что ли, я не понимаю? Ну, видимо, все на этом, как я вижу. Да. Так, ну, как вы видите, здесь открыто сразу 6. Сразу 6 я не буду проходить. Завтра обязательно будет продолжение. Область сокровища номер 2. И будем ее искать. Я попытаюсь... О, тут рядом пустыня, о которой все говорят. Да, я уже несколько серий снял. И карту мне пришлось открыть уже всю для того, чтобы пройти это событие. Но я нигде не бегал, ребята. Нигде не бегал, кроме небольшой области, где сейчас я снимаю все это эти видео. И скоро они будут. Скоро, когда будет полностью пройдена вся и надзума. Мне пришлось это сделать очень быстро, чтобы не пропустить ничего. Но эти события я буду выкладывать. Еще раз спасибо за просмотр. Ребята, обязательно подписываемся, пишем комментарии. Я на самом деле в шоке от того, что здесь происходит. И вы увидите это все в видео. Мое удивление, все то, что здесь я вижу, ребят, первый раз. Эмоции, все. Вот это, кстати, интересное. Интересный город Сумеру, который я, кстати, уже побывал. Но не везде. Доказательством тому, вы можете посмотреть все, я открыл только основные эти локации, чтобы посмотреть области, где находятся эти сокровища. Все здесь вообще не исследовано совершенно нигде, кроме некоторых областей, где сейчас я прохожу квесты. Я в шоке от того, что эта локация действительно мне понравилась больше, чем Инадзума. Да, я не ожидал, что в Инадзуме, мне казалось, что эта область самая интересная на данный момент, но когда появилась Сумеру и я побывал здесь, я был в шоке. Ладно, я на самом деле слишком много задержал, ребята, вас увидимся уже завтра, и события со вторым сокровищем обязательно я вам покажу, хотя вы, наверное, уже прошли, но тем не менее, я-то еще нет. Увидимся, ребята, красная кнопка, вы понимаете, просмотр всего видео до конца, без перемотки, для меня это очень важно, лайк, подписка и колокольчик, ребята, увидимся в следующей серии. Пока. А, попаду я? Шутка. Пока.